все, вот это все расслаблено, остальное. Вы бросаете, освободились. Неприятно для него. Вот мощно держи. Крепко держи, что вы не так начинаете бороться, а вы вот опа, освободились. Опа, освободились. Совершенно. Теперь смотрите, самый нестандартный вариант. Вы берете ему просто. Руки есть, расслабление есть. Отсюда же, смотрите, есть захват, рука есть, правильно? Степень свободы есть, вы берете топ-топ, освобождаете. Здесь же берете, это идет куда, это сюда, идет освобождение. Отсюда же варианты есть, сюда бросаете, одна треть тоже. Здесь же опять. Смотрите, идете, бросаете сюда и тут же соскальзываете сюда. Одной рукой. Раз, два, три. Кидаете. Что? Опять восьмерка идет. Теперь смотрите, это бросается сюда, это одна треть снизу. Бросаете. Тоже идет отсушка. Опять смотрите. Ничего, но руки достают. Нужно бороться. Отсюда же опять. Это бросили. Вот туда ему запустили. Вот ключица. Сюда смотрите. Это сюда бросается. Это основание. То есть вы выводите куда нанести. Вот так вот. Не попадаете, вы выводите. Вот так вот. Здесь вывели опять. Ну об этих это уже очень известно. Об этих не было. Здесь еще что может быть. Сюда пошли, просто не бросаете, две руки поднимаете, и то, что мы делали, это уже тема вот ударов, то, что мы делаем, рубище, точку, потом пробираем, как вниз она получается, и бросок, а опять же здесь не достаточно. Ваша задача опять снимайте изнутри. Посмотрите, съем изнутри. И сейчас обратите внимание, сейчас секунду, на движение руки опять. Вот как вот здесь сейчас было, здесь то же самое мы вкручиваем. Посмотрите, медленно. Идет, мы принимаем, начинаем вкручивать. И вот здесь мы прижимаем к себе. Теперь посмотрите, идет удар. Наша задача, мы, опа, можно его здесь бросать, как вариант. Либо с этого же варианта вы пошли, идет съем в этом положении. Здесь просто можно уже его выдергивать, пойдя немножко вперед. Здесь же пошли, сняли, опа, уже совершенно перенаправили его с этого положения. И опять же одна рука. Пошли, сняли, опа, вот это прижатие. Прижатие плечо ему на трицепс идет. Именно вот этот сам клевок. Посмотрите внимательно еще раз. Пошли, идет съем. Вперед. Одно движение идет. Подсечка изнутри и чуть вперед. Еще раз. Идет удар. Опа. Вот он. Закручиваем. Дальше вот есть момент вот этого падения, да? Вернее, скрутки в этом. Вы отсюда же можете положение какое-то. Либо ему по лицу, либо его сюда. Перекрыв. Болевой удар. Попробуйте. Съем, потом уже можно тут же. Это ошибки какой. Идет удар, и вы начинаете, да, боковой. Вы начинаете вот так вот руку к себе прижимать, а потом начинаете гоняться за ней. Естественно, уже вот это вас напрягает. Поэтому ваша задача, смотрите, вы ушли, чтобы и вот это убрать опасность. Вы тут же вкручиваете. Плечо стремится ему на трицепс. Кисть на предплечье. Вкручивание идет. Вот это вот вкручивание. Теперь посмотрите медленно, еще раз, вы пошли, снимаете, идет накручивание, вот вы пошли, и вариант вот этот, отсюда можно закручивать. Здесь уже можно пойти на локоть, там на пальцы и так далее. По ходу просто медленно-медленно закручивайте. Сейчас будете импровизировать. Здесь же пошли, сняли, раз, есть. Смотрите, отсюда нога может пойти, вот она туда, сейчас не придержит, потому что тут идет... Момент тоже затягивает. Еще раз контролирует медленно. Смотрите, вы пошли, вот,
тут прихватили, и тут же я медленно. Вот он идет. Ничего вот себе! Вот такой момент. Но здесь аккуратно. Еще вариант. Пошли сюда. Вы снимаете. Раз, два. Все, та же мельница. Вы можете выбрасывать. Здесь снимайте, смотрите, ушли, опа. О, это Саня. На руках уйди. Опять, смотрите, пошли, раз. Вот это, смотрите, снимает, видите, два. Может идти бросок, может с ногой, как угодно. Сюда же это заводите, уходите вот куда. Начинаете управлять. Здесь, раз. Два, опа, три, натянули его. Именно отсюда. И здесь же, смотрите, выходите уже. Чуть быстрее идет удар, вы встречный. Теперь смотрите, отсюда же, да, вы пошли. Не можем. Здесь вариант. Пошли снять. Там есть рука, видите, локоть. Вы начинаете, смотрите, эту руку туда тянуть. И сами, сейчас аккуратно пойдешь туда. Вы начинаете вытягивать. Естественно, можно на него. Еще раз, отсюда пошли, крутили. Оп, в этом варианте. Здесь рука есть, вы можете сюда и здесь. Снимайте. Попробуйте. Лоу-кик. Лоу-кик. Идет удар, ваша задача, смотрите. Уже многие знают вот этот съем. Когда пошел, мы снимаем, уводим ее. Теперь задача на встречу, но в одну треть. Смотрите, сейчас поймете, о чем речь. Вот сюда. Танцевальный. Идет замах ваш. Оп. Вот сюда именно танцевальный вариант. Отсюда выбрасывать. Как укол делать. Пошли, вы стоите. Опа, туда. Если вы будете, смотрите, еще раз, поднимать колено, будет колено об колено. Ваша задача сами вниз, нога вот туда. Одна треть. Раз, болевая точка. От колена вверх, да? А? От колена вверх. Да, от колена вот одна треть. Бедро, внутренняя поверхность. Еще раз с этой стороны. Да. С этой стороны вы стоите вот, опа, туда им. Как упреждающий, достаточно неприятный удар. Попробуй поднимать прямую ногу. Да ничего не снесет, да унесет и так далее. Принцип танцевальный, вот этот. А вы начинаете прямой ногой. То есть идет удар, ваша задача вот. Еще в начале есть три стадии удара. Когда вы можете упреждающий, средней дистанции. И просто вот идет, опять же, вы можете отсюда же разорвать дистанцию. Три стадии. Если есть, допустим, вот здесь вот, вблизи. Да, вблизи начинают наносить сюда. То же самое наносите сюда. Чуть раньше. Потом опять же, идет удар, вы можете сюда же ему. Пошел, вот он начинает замахиваться, вы ему сюда вводите. Уже другой вариант. Сейчас не входите в теорию разговоров, как это, что это. Вопрос тактики, у кого больше науков. Вы просто сам момент проработайте. Потому что не сделав проработки, уже начинаете выводы делать нереальные и так далее. Потому что сами-то стоите, вот еще раз, даже с дистанции где-то надо. И вы стоите, делаете вот так вот. Все, естественно, и сюда. Нога не гнется, танцевальная для чего делали? Именно вот этот. Опять же, пошли вот, коротко. Еще удара нет, вы уже как ужалили. Потом опять же принцип. Вы идете, можете вот этот тоже. Сюда его сглаживаю, то, что Серега показывает тоже. Идете вот он, сгладили. Одна треть опять же. Это уже и ближняя дистанция и так далее. Еще опять сюда бьет. Это уже знаете тоже. С ближней, неважно с какой. Наносит хорошо. Тоже просто упреждающий момент. Ставите ногу, тоже танцевальный вариант. Вместо бедра подставляйте стопу. Всегда же, есть же, знаете, вариант защиты. Вот в лицо бьет, да, рукой. Защита тоже. Он же бьет в лицо, поставили вместо лица. Бьет ногу, поставили вместо ноги. Как вариант. Теперь смотрите, в голень идет. Опять же танцевальный, прямой. Идет голень, вы стоите, идет удар. Ваша задача, вы снимаете. Вы стоите, вот, съем идет. Если вы будете...